Дорогие женщины, очень рада вас видеть. Спасибо, что вы остаетесь на этом канале. Спасибо, что вы поддерживаете этот канал. И спасибо, что вы смотрите на нас. И вы получаете слово, которое у Бога есть для вас. Великолепный пример мы видим из жизни женщины в Матфея, 28 глава. И сегодня смотрим 8 стих. «И выйдешь, вышедший поспешно из гроба». Вот они со страхом, это уже хорошее, это как трепет. И радостью великой побежали повести ученикам его. Что мы видим здесь? Мы видим мгновенной реакции. Мгновенной реакции. Женщины очень простые, женщины очень обязательные. Вот. И статистика показывает, что больше женщины обязательны, чем мужчины. Это я говорю не в оскорблении мужчин, но это я говорю, чтобы каждая женщина могла видеть свою сильную сторону. Написано, что они поспешны. Они не думают, это от Бога или нет. Как нас примут? Примут, не примут. Дорогие женщины, если мы хотим угождать Бога, нам не нужно задавать много вопросов, которые в конце концов будут мешать нам не делать то, что Бог хочет, чтобы мы делали. Если мы уже получили Слово, если Бог уже говорит нам и говорит нам, только одно осталось – иди. Делай. Нам не надо бояться, кому нам надо говорить слово. Нам не надо бояться, куда нам идти. Нам надо бояться и уважать того, кто посылает нас. Потому что тот, который посылает нас, всегда будет с нами. Поэтому давайте возьмем пример с этой женщиной, которые почитали быть посланными Богом великой радостью. И с великой радостью они побежали, и они говорили ученикам Иисуса Христа все то, что Бог им говорит. Это великолепно. Слава Иисусу Христу!